Эй, всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и я продолжаю играть в Ark Survival World. Всё так же на Lost Island. Сегодня мы пойдем за предпоследним артефактом. И название вы увидите в комментариях. Я просто смотрю их на английском, на английском названии и как бы, ну, понятное дело, не запоминаю. Сделал так, потому что именно охотника мне нужны... Три, всех остальных нужно по одному. Там получается охотник, три артефакта охотник, еще три артефакта охотник и еще три артефакта. То есть вот так, раз, два, три, охотник, раз, два, три, охотник, даже в одном пять, что ли, артефактов. Ну, в общем, короче, там такая еще замота. Здесь у меня еще должна быть сила и еще какой-то вот за каким-то мы сейчас и поем. Я не помню. Ну, как бы название запоминать зачем, когда есть название видео это. Все же легко и просто. Поэтому что? Правильно. Погнали только не туда, а погнали вот туда. Опять не было... координатов именно самого, где находится артефакт, ну и координаты пещеры. Координаты пещеры 63.6 на 56.7. В какую сторону лететь? По сути, так вот и лететь. Я тут еще ж, блин, задумался, мне ж надо будет по миру полетать. Мне это рецепты на седло для Рекса надо. Ну, по крайней мере, чтобы не дефолтное седло было. Да, я прекрасно понимаю, что там как бы и так все хорошо. Но, по идее... Муха зависла. Залагала, точнее. Но, по идее, лишним не будет. Учитывая, что выводить их еще то удовольствие. О, господи. Честно, было бы очень обидно, если бы вот так вот этот дроп застрявший, и там было бы седло Рекса, на Рекса. Вот это прям было бы очень сильно обидно, если честно. Но, слава богу, мне повезло. Перелетел по одним координатам. Летим туда, и вот примерно... Примерно туда... Туда. Почти зеленый обелиск. Ё-моё. Так, почти. Вот так. И где-то здесь. Так, 56,7, 61. Любит она вот так вот от этих отталкиваться, скажем так. О, так это вот на пещера. Классно. Первый раз сразу же нашел. Или вот на пещера. Ха. Интересно. Хотя больше мне интересно, куда вода отсюда стекает. Если не туда, не туда. Ладно. Братан, ты нам помог. Сейчас гоняем и туда, и туда. Сначала сгоняем под водопад. Потому что теоретически... Хотя не, погоди. Теоретически по координатам это ты. Ну ладно, пофигу. Погнали. Сюда сначала посмотрим. Что тут у нас? О, это пещерка. Здорово. Значит, бежим обратно. Ну, паразавр. Ты что, суицидник? Свалился сюда? Ну ты безумец. Перепрыгнул? Ну ладно, тебе повезло, я перепрыгнул. Или почти перепрыгнул. Как же тут темно. И отвратительно темно. Да, это просто такой аппендикс с обсидианом. С кучей обсидиана. Это неплохо. Ладно, ты все равно здесь сдохнешь. На-на-на-на-на. Так, гамма в дефолт. Есть еще вот эта вот дымка, оказывается, это дефолтная. Да, да, да. Бывает. Угу. Да, реально, здесь просто по водопаду типа спуск и... Ну,
Теоретически это альтернативный проход, чтобы не сагрить мобов, но это так близко, что они обязательно сагрятся. Только через стену. Не. Ну, давай заглянем в аппендикс. Хотя, что-то как-то аппендикс-то глубоковато уходит в землю. Не, давай все-таки тогда водопад. Очень хорошо, что нету пещер, где нужно обязательно носить газмаск. То есть этот... противогаз. Ну вот, почему радует? Потому что, ну блин, они, а обзор прям режет жестко. И мне это не нравится. Ух ты, нифига себе. А, ну вообще-то ночь на дворе, так что... Ты что, обратно заспавнился, что ли, или это новый? Ну, в общем, я прогалясь свернулся, там был проход на выход. Трикс. Идем по водопаду. Давай, первый путь по водопаду. Посмотрим, что у нас здесь. Не забываем смотреть по сторонам. Здесь могут быть скрытые проходы в стене. Но у меня такое ощущение, что они все-таки закольцуются и соединятся, эти проходы. Но если они не закольцуются, это будет еще круче. Почему? Ну, потому что так интереснее. Но она все так низко, низко, ниже и ниже спускается, что есть огромный шанс, что закольцуется все-таки. Так. Выносливость. Пополнение выносливости, время попить чая. Но он реально восстанавливает очень долго. Очень много выносливости, восстанавливается очень долго. А это выход. Серьезно? Это выход. Ты понимаешь? Это, мать его, выход. Это круто. Вот это еще круче, чем я ожидал. Я думал, просто будет какой-нибудь тупик и все. Нет. Этому чертовому водопаду есть логический выход. И он уходит. Тот водопад, который падает вниз, он имеет выход. То есть вода имеет выход. То есть не в какое-то там подземное озеро. А нет, просто сквозь пещеру. Клево. Еще даже лучше, чем я думал. Здорово. Хотя как бы в этом логично, что тут должна была протекать река и типа на выход. Потому что мы такое уже встречали это. В других пещерах. Ну блин. Я что-то... Здесь очень не однообразные пещеры. Здесь совсем другие. То есть, так сказать, расположение пещер здесь совсем другое. Так. Йоп. Вот здесь уже будет артефакт. Расположение пещер реально совсем по-другому сделано, нежели на других картах. То есть здесь, как говорится, кристаллки и так далее я еще не смотрел, но сами понимаете, то есть те, которые я уже видел, там совсем по-другому. Здесь как-то логика есть. На фьордах, к примеру, тоже есть логика. Но здесь я не круче. Здесь не круче, чем на прошлой карте, это точно. Это однозначно. Как тут много ахитинок. Ахатинок, точнее. Только не нужно говорить, что это будет уже сейчас артефакт, короче. На всех размочил к чертям собачьим. Хотя, погоди, я хочу кое-что другое сделать. Погнали! Давно я этого не делал. Оно само напрашивалось. Так, дохавывай. Понятно. Фигня. Фигня и фигня. Так, давай шипы выбирай. Выносливости так.
Я и выносливость так на бег трачу постоянно. Так что да. Кстати, пауков не вижу в таком большом количестве. Здесь все пещеры усеяны. Прям, короче, мечта арахнофобу, все эти пещеры. Но пауков-то в таком большом количестве не вижу. А, Скайлорд! Небесный лорд артефакт. Вот и все. Вот и нашелся. Так, здесь у нас тупичок. Вылази. Не, ну хорошо, красный дропик и так далее, это прям неплохо. Это рядом. Так, берем артефактик. И остается последний артефакт. Артефакт силы. Давай еще сгоняем, вдруг где дропы появились дополнительные. Я не против их залутать, особенно если там будет седло на тиранозавра или рекса. Я сейчас взываю рандому. Давай мне рецепт на седло. Хотя бы хоть какой-нибудь. Это все лучше, чем будет дефолтное. Так, это подъем наверх. Это туда. А это мы делаем кругаля сюда. Здесь, по идее, обычные камешки. Туда этот подъем. Обратно. А сюда. О, а здесь не был. Желтый дроп. Подожди, а что там в дропе у нас? Свирепого медведя. Конечно, спасибо. Седло хорошее. Седло отличное, я бы даже так сказал. Но, блин, у меня рексы. Вы что, мне предлагаете сейчас медведей разводить? Я уже рексов развел в большом количестве. И что теперь? Ё-моё. Не, на медведе у меня хотя бы седло есть. Но разводить их долго. Так что давайте седло на рекса. Я чувствую, на седло на рекса я получу быстрее. Блин, слушай. Это получается, я лутаю артефакт быстрее, чем заканчивается пещера. То есть теоретически я даже мог бы это место и не найти, если бы я бы досконально... О, там подъем наверх. Если бы я не решил бы досконально искать все это дело. Мне показалось? Ой, не лагай, пожалуйста. Фризит не в нужный момент. О, это там, наверное, сейчас сделаю кругарей и назад вернусь. Я вообще хочу... Смысл? А я туда что ли не ходил вообще? Оу. Воу. Подожди, то есть здесь настолько все запутано? И здесь я был и всех мочил. Так, не, подожди, это назад. Ух ты ж, пещерка. Ты не простая пещерка. Да ты запутанная. Так. Естественно. Урон, давай здоровье. Ну, нормальное число. Если была бы вот здесь вот трючка. Еще круче. Ну, тоже нормальное число. Почему решил урон, здоровье прокачать? А вот иногда появляются такие мысли, что, наверное, надо было урончик-то, здоровчик-то побольше прокачать. Вот, и поэтому решил, что пора реализовать свои мысли. Так, тоже выкидываем. Так, погоди. Чё там за подъем наверх? Ага, это вот этот подъем. Нет? Вот это я вижу. Хопа! Я просто мимо пробежал-то! Блин, ну это классические пещеры, прям. Классические кайфовые пещеры, когда ты просто можешь мимо прохода пробежать и не заметить его. Реально, лос-тасный кайфовая пещера.
Они прям кайфовые. Ну вот смотри, просто и уже назад вернулся. Здесь прям реально кайфовые пещеры, они мне нравятся. Здесь они прям запутанные, они прям... Не так, что ты там заблудился, а они запутанные в хорошем смысле этого слова. То есть они сделаны хорошо. И... ты можешь реально блуждать, но... даже с таким топографическим кретинизмом, как у меня... Топографический кретинизм. Блин, это... Я просто замечаю, что у меня иногда R не выговаривается. Точнее, мне кажется в голове, что я ее проговорил, а потом прослушиваешь, думаешь, ну ты дебил. Учись речь хотя бы это, ставить свою немножко. Отвратительно слушать. Да. Особенно, когда я тороплюсь. Вот. Ну, в общем, даже с моим топографическим кретинизмом я нахожу выход. И запоминаю, где, что и как. Так что это неплохо. Не, конечно, могут люди и не находить, я не спорю, но... Нет, это дефолтная гамма, это вот так ярко, это на дефолтной гамме. Точно, сейчас же день. Блин, клёво. Клёво, клёво, просто вот этот выход. Когда ты проходишь пещеру от и до насквозь, это, конечно, кайфово. Это, конечно, мне нравится. Я прям кайфанул, когда нашел этот выход. Прям бух. Здорово. Ну а на сегодня уже будем, пожалуй, с вами прощаться. Почему будем? Ну, посмотрите, нас там как минимум троха. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать, ну и, конечно же, делиться моими видео со своими друзьями. На то все. Всем удачи, всем пока, всем счастливо, добра, всем пока.